Что такое делегированный пул ликвидности и какую роль он выполняет в Ultima? Делегированный пул ликвидности – это центральный элемент продукта DeFiU. В отличие от обычных пулов, наш пул является полностью децентрализованным и управляется только блокчейном. По большому счету, пул представляет собой адрес кошелька, где хранятся криптовалюты. Отсутствие человеческого фактора гарантирует безопасность токенов в пуле. Пользователи, по сути, являются провайдерами ликвидности. Они самостоятельно наполняют пул. Приобретая продукт, они заключают специальный смарт-контракт – договор с пулом ликвидности. По условиям договора за наполнение пула токенами пользователи будут получать вознаграждение от пула. Вознаграждение не ограничено во времени. Вы будете получать токены всю жизнь. После вас токены смогут получать ваши дети, а потом их дети и так далее. Размер вознаграждения в Ultima зависит от количества сплит-токенов у пользователя и общего количества сплит-токенов в сети. Для расчета вознаграждения ежедневный объем Ultima делится на количество сплит-токенов на рынке. К примеру, если объем поступающих токенов на рынок составляет 50 Ultima, а сплит-токен 1, то все 50 Ultima получит владелец сплита. Если сплитов миллион, то на каждый сплит полагается награда в 0,05 Ultima. При запросе вознаграждения вы сможете увидеть количество сплитов в сети на текущий момент и расчет размера награды за один сплит. Сейчас каждый пул распределяет ежедневно чуть более 50 токенов, но уже в ближайшее время состоится халвинг и объем распределяемого вознаграждения сократится вдвое. Весь процесс децентрализован и автоматизирован. Чем больше сплитов у пользователя, тем больше его вознаграждение. Блокчейн выдает вознаграждение по требованию. Можно запрашивать его каждый день, а можно приходить реже и забирать накопившуюся сумму.